Всем привет! Спасибо вам за то, что пишете комментарии под моими роликами. Мне интересно их читать. Пишите дальше, пиши еще, зритель. Благодарный я, весьма признателен. Напомнили мне о группе Roxy Music в комментариях. Ну, напоминать мне о ней не надо, потому что у меня, в общем, полный комплект Roxy Music стоит на полках. Слушаю я эти пластинки не часто. Не могу сказать, что прямо часто. У меня бывают периоды, когда мне кажется, что я их продам нафиг, потому что надоело, ничего интересного нового я в них не услышу. Но эти периоды, как правило, наступают после того, как года два не слушаешь Roxy Music, потом смотришь на пластинки, думаешь, о, ну это все уже пройденный этап. Потом достаешь пластинку, дай-ка послушаю. Ставишь ее и понимаешь, что ого-го, ребята, эта музыка настолько современна, особенно первые два альбома, как ни странно, 72-73 год, настолько современна, настолько необычна, и настолько она впереди всего идет до сих пор оттуда, с 72 года, что нет-нет-нет, не продам, а буду слушать и искать, и копать в ней ямы, открывать новые глубины и подниматься к новым высотам, потому что очень интересно, очень необычно. Ну, Брайан Ферри, лидер коллектива, как мы все знаем, большой выдумщик был, большой изобретатель, стремившийся к новому чему-то, интересному, красивому и необычному. Ну и достремился, познакомился с Эндрю Макаем, саксофонистом, играющим еще и на гобое. Макай привел Брайана Ина, и понеслось. Стали искать басиста. Басистов перепробовали огромное количество. Ну, огромное, не огромное, там человек 5-6, наверное, пробовалось. И Брайан Ферри потом шутил, где-то я прочитал, что мне хотелось бы, чтобы басист не задерживался в группе больше 2 недель. Ну, это такая была шутка, я не знаю, что его сподвигло на это. Наверное, вот эти пробы басистов. Ну, в конце концов, группа была собрана. И на гитаре играл Дэви Олист из группы Nice, замечательной той группы Nice, которая была до Emerson, Lake & Palmer. Кит Эмерсон сочинял музыку и играл там на клавишах, естественно, а Дэви Олист играл на гитаре. Фантастическая была группа, пластинок у нее немного, но она, конечно, на мой взгляд, ну, интереснее в разы, чем Emerson, Lake & Palmer. Emerson, Lake & Palmer – это такой большой поп-рок, большой прог-поп-рок, такой массовая такая история, понятная всем и любимая всеми. Это не значит, что то, что нелюбимое всеми, мне нравится, ничего подобного. Мне нравится просто копаться в интересных каких-то музыкальных находках, которые, конечно, были рассчитаны на продажу, безусловно, на то, чтобы крутили по радио, чтобы покупали пластинки, но на первом месте был все-таки энтузиазм и какие-то такие поиски. Вот это вот очень интересно все было. При этом музыканты высочайшего уровня. Про Nice я отвлекся. Так вот, стали парни играть необычную музыку. Дэви Олист ушел из группы, и на его место пришел звукорежиссер. Не помню, как его зовут на самом деле по-настоящему, но он взял псевдоним Фил Манзанерро. Играл на гитаре в группе Roxy Music, записал не массу, но достаточное количество сольных пластинок, очень интересных, очень прогрессивных, очень необычных, со своим собственным гитарным звуком, очень интересный музыкант, я покажу его сольные альбомы. Ну и записала группа материал, в этом им помог Джон Пил, американский радиодиджей, который всячески продвигал разнообразную новую музыку, в том числе Roxy Music, которых никто еще тогда не знал. Стали ходить по студиям по компаниям звукозаписывающим, звуковыпускающим, да, и все компании это дело отметали. Представители одной из них сказали, что, ребята, это музыка завтрашнего дня, поэтому приходите завтра. Все. Ну, в конце концов, дело сложилось, и альбом все-таки вышел. И это действительно музыка завтрашнего дня, как я уже и говорил, да, потому что вот сейчас я ее слушаю и понимаю, что, ну,
кому может в голову прийти сегодня играть с таким звуком, играть такую музыку, которая не знаю, на что похожа. Здесь и джаз, и рок, и соул, и фанк, и эмбиент, и спейс-рок, и все что угодно. Все. И тяжелый рок даже. Если не на первом альбоме, то дальше там вполне-вполне проскакивает. Потом начинается альбом «Авалон», вообще другая музыка совершенно пошла. В общем, поиск сплошной, и можно сказать, что это каша, да, из стилей, из разных, и ничего нового здесь нет. Взяли старые наработки, перемешали все. Да, да, так всегда и делается, потому что возьмите детскую игрушку «Калейдоскоп». Сейчас я не знаю, продаются они или нет, но в мои годы, в моей молодости продавались такая трубочка, да. В ней находятся стеклышки разные, разноцветные, маленькие. И вот ее крутишь перед глазами, и из этих стеклышек удивительные узоры выстраиваются. И количество стеклышек конечно, там, ну, условно говоря, штук 30 там, этих стеклышек разноцветных. Узоры при этом никогда не повторяются. Сколько ты ни крути эту штуку, не пытайся увидеть то, что видел секунды раньше, не получится. Они все время будут разные. Также и с музыкальными ингредиентами. Те же самые 7 нот, из которых можно написать бесконечное количество музыкальных произведений. Разных. Ну, многие пишут одинаковые, но это уже на их совести. Итак, невероятное творчество группы Roxy Music, которая шокировала американскую аудиторию. Не пришлась музыка Roxy Music в Америке, зато в Европе, в Англии вовсю, в полный рост. И в России в том числе. Очень много любителей этой группы, я знаю. И куда ее отнести, никто не может понять. Вот любители делить музыки на стили всегда встают в тупик. Или как-то виляют. То ли это прогрессив-рок, то ли это глэм-рок. Что такое глэм-рок, я вообще не знаю. Это вообще необъяснимо для меня. Что это с музыкальной точки зрения глэм-рок? Я не знаю, нет. Это Sweet, T-Rex, да, Slade, Roxy Music, Гарри Глиттер, Дэвид Боуи. Что-то общее есть, кроме блестящих костюмов? Блестящие костюмы к музыке не имеют отношения, поверьте мне. Может быть, вам кажется так, что наденешь блестящий костюм, и гитара зазвучит иначе? Нет, так же будет звучать, так же точно. И барабаны так же будут звучать. Так что блестящие костюмы и глэм-рок – это как бы, ну да, пускай. Remake Remodel. Первое полотно, 5 минут 10 секунд. Не советую, тем, кто не слышал Roxy Music, не советую начинать, потому что нужно иметь мужество, чтобы войти в эту песню. Она настолько звериная, одновременно и звериная, и изысканная, и проникновенная, и лирическая, и садистически какая-то ужасная, жуткая. И вот это страдание барышни по фамилии Миллер, оно олицетворяет, наверное, эту песню, потому что она жуткая. Где-то в каком-то обзоре я прочитал, что прилизанное глэмовое звучание. Ну, очень может быть, вот это... Безумная жесткая гитара Фила Манзанеры, адский саксофон с налетом фри-джаза и бешеные барабаны, синтезаторы Брайана Ино, воющие и свистящие. Может быть, это прилизанный, конечно, звук. На мой взгляд, наоборот, это звук такой достаточно адский. И ритм такой в первую долю все время давящий, молотящий, не дающий просто ни секунды передохнуть. И вот так 5 минут такого давления звукового, такая плотность, такая стена звука наваливается, что ого-го. Очень красиво, в общем. В общем, очень красиво и увлекательно все звучит. Lady Tron немножко полегче, хотя тоже с ревом все в порядке, хотя начинается все более или менее спокойно, но такой психоделический навал присутствует. Is There Something? Третья вещь. Вот она наиболее показательна, наверное, потому что начинается она как какой-то несколько тактов, там какой-то легкий двухаккордовый, такой кабацкий, даже какой-то ресторанный, такой шансонный
задел, а потом просто перерастает этот задел в такую страшную трагедию, в такую страшную трагедию с нисходящей гармонией, с пением Брайана Ферри, который из последних сил уже кричит, страдает, переходит на хрип, голос дрожит, хрипит, срывается, и он продолжает свою историю вот эту гнать дальше. Это просто такая драма. Драма «Пиковая дама». Но очень хорошая и красивая, опять-таки, повторюсь, слушаю с удовольствием всегда. Очень интересно, потому что музыка структурирована, с одной стороны, все прописано, а с другой стороны, Брайан Ино играет, издает звуки такие, которые ему приходят в голову в данный момент во время записи, мне кажется, так. Ну и саксофонные дела, импровизационные здесь тоже в полный рост. Я не знаю, вряд ли это все написано, прописано на ноты перед записью. Я думаю, что это полет сознания отчетливее. «Virginia Plain», песня, которая стала, вошла в радиоротацию, тоже по непонятным для меня причинам. Потому что вроде бы она похожа на традиционный рок какой-то, такой синтезаторный, но довольно странная гармония и выбивающиеся из общей палитры синтезаторные вопли в конце Брайана Ино. Странновато для радио, но по тем временам как-то рискнули люди и поставили. 2HB. Немножко можно успокоиться под конец, 4,5 минуты. А вот произведение под названием «The Bob» на второй стороне очень хорошая, почти симфоническая какая-то, мрачная, такая тяжелая, страшная история, вокально-синтезаторно-гитарная в начале. Такой какой-то запев, почти Вагнер поет что-то такое Брайан Ферри. Потом все это рушится в синтезаторный вой, гул и космический Tangerine Dream неожиданно. Все закончилось, пение закончилось, пошло вот это... Понеслись. А потом вдруг начинается рок-н-ролл. Ну, не такой, там, три аккорда рок-н-ролл, а такой гитарный ракешник, мажорный, хороший, бодрый. И не понимаешь, что это та же песня, не та же песня, нет, та же. Все продолжается, потому что после гитарного ракешника опять возвращаемся к вагнеровским вот этим, к вагнеровским ужасам, таким страшным Брайана Ферри. В общем, очень здорово. Chance Meeting. Брайан Ино показывает себя в полный рост на всех возможных синтезаторах, которые под рукой были на тот момент времени. В 1972 году их было немного. Но использовано было все как нужно. И вот еще одна песня показательная. Sea Breezes, точнее, 7-минутная. Начало это, даже не начало, а там первая треть песни, это такое страдание. Опять барышню Миллер вспоминаем и смотрим на ее лицо. Это такое страдание, такая безысходность, такая печаль в голосе Брайана Ферри, что дальше ехать просто некуда. Ну, просто некуда совсем. Но в какой-то момент времени Брайан Ферри, видимо, понимает, что дальше действительно ехать некуда, и страдание заканчивается, и начинается бодрая часть. Бодрая часть, подключаются барабаны, вся группа, весь бенд играет бодро, мелодия меняется, все хорошо. И вдруг Фил Манзанеро начинает играть на гитаре какие-то такие атональные штуки, что просто «Здравствуй, Орнет Колман», там и «Здравствуй, Фри Джаз», «Привет, я здесь». Я вспомнил, что был такой Колтрейн, когда-то где-то существовал, да, и я вот что-то у меня такое вот навеяло вот это самое. Очень интересно. Я очень люблю эту пластинку. Просто слушаю ее с наслаждением, чего я вам желаю. И обложка красивая еще, согласитесь. Да и сами артисты тоже вполне выглядят себе. Отпугивали они, конечно, народ тем, что выглядели, с одной стороны, как какой-то Элвис Пресли, да, а с другой стороны, как какой-то космический пришелец, непонятно откуда, непонятно кто, зачем, причем все разные, никакого единства в группе нет, кроме блестящих костюмов. Но костюмы тоже разные совсем. Это вам не Слейд блестящие все, да, а
то ли это какие-то рептилии, то ли это космонавты, то ли это стиляги 50-х годов, не пойми что. Но очень-очень интересно, и про следующие пластинки Roxy Music обязательно мы поговорим вместе с вами в комментариях. А я пошел пить. Пока.